ходе совещания с представителями коммунальных услуг, прошедшего сегодня 23 января в примарии муниципия Бельц, Николай Григоришин, примар города, обвинил Марьяна Брынза в том, что Чатнорд обманывает людей. Такое обвинение было выдвинуто в свете того, что горожане жалуются, что отопительный сезон 2018-2019 года стал самым дорогостоящим за всю историю. Теперь я бы вам посоветовал каждый понедельник прийти на прием граждан и послушать, что говорят бельчане о вас и о вашем предприятии. Я хотел бы вам напомнить, что в 2017 году, 28 сентября, ваше предприятие дало интервью, где оно сказало бельчанам, что администрация предприятия за счет своей модернизации уверяет бельчан, что они будут платить меньше, чем платили до 2017 года. Чатнорд — это финансовый монстр. Скажите, кому вы делаете скидки в Бельце? Мы скидки не можем делать по закону. Во время межотопительного сезона Чатнорд установил в некоторых домах города новые индивидуальные теплопункты, которые, как было заявлено, рассчитаны на равномерное распределение тепла по всему дому и на экономию средств потребителей. Однако, в конечном итоге люди пришли к выводу, что теперь им приходится платить еще больше. Таким образом, в социальных сетях появляется все больше снимков квитанций и все больше жалоб на то, что люди были обмануты. В это время в домах без нового оборудования по такой же квадратуре пришло не 1897 лей, а 1051 лей. Но тут следует учитывать и тот момент, что тарифы на квадратный метр тоже разные. В первом случае это 56 лей 29 баней, а во втором 30 лей 81 баня за квадратный метр. Директор Чатнорд Марьян Брынза объясняет это тем, что в первом случае в доме отключено большое количество квартир от центрального отопления, но тепла в дом поступает столько же, поэтому соседям приходится платить за тех, кто отключился. На вопрос репортера Нурдньюз о том, волнует ли их только выгода, последовал неоднозначный ответ. Нет, это не так, но у нас нет индивидуального счетчика в каждой квартире. У нас один общий счетчик на весь дом. Вся термоэнергия, которая проходит через счетчик, распределяется по всем квартирам, подключенным к центральному отоплению. Таким образом, чем больше квартир в доме отключается, тем больше приходят счета за отопление тем, кто подключен, уточнил Марьян Брынза, директор Чатнорд. Таким образом, становится ясно, что люди, которые подключили индивидуальные теплопункты, теперь платят не меньше, как было обещано, а почти в два раза больше.